Полное описание и точно дата выхода 3 и 4 серии 2 сезона сериала «Паромщица. Долина мечты». 3 и 4 серии сериала выйдут на канале «Россия-1» 29 мая. В новых сериях мы увидим, как Соня в критическом состоянии. Ее муж Егор все время проводит рядом с ней. Макс арестован по обвинению в поджоге. В Излучинск приезжает адвокат Ольшанский. Он будет защищать Макса. Надя намеревается платить залог за Макса, взяв деньги из сейфа, офиса, продаж долины мечты. Но ее останавливает Елена. Оказывается, что эти деньги Елена когда-то дала Максу и теперь не готова их терять. Надя решает сама найти нужную сумму. В больнице Наде и Егору сообщают шокирующую новость. Соня умерла. Лечащий врач считает, что она покончила с собой. Надя не верит в самоубийство Сони. Костя готовится к дню рождения Полины и просит отца помочь ему. Братья погибшего прораба Виктор и Павел приходят к Егору и предлагают объединить усилия и посадить Макса, чтобы он не сумел избежать правосудия. Третья и четвертая серии сериала выйдут в эфир 30 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.